Эту роль должен был сыграть Арнольд Шварценеггер. Кто? Это что ж за паскудство такое? За это американские продюсеры предлагали 18 миллионов долларов. Но Валерий Усков и Владимир Краснопольский не подписали контракт. Авторы «Вечного зова» знали, Ермака Тимофеевича может сыграть только русский. Теперь у Ермака большая сила. Есть! Виктор Степанов. Вали! Евгений Евстигнеев. В петлю. Петр Вильяминов. Ирина Алферова. Никита Джигурда. В сериале «Ермак». А пора нам из острога на божий свет выбираться, казачки. Завтра вечером на ТВС.